Я думаю, вы уже примерно понимаете, что нас сегодня ждет. А подписчик сделал карту с модом Create. Ребят, в последнее время у нас просто какой-то марафон по картам с модом Create, и это просто шикарно. Я обожаю карты с модом Create, и сегодня подписчик под ником Коробка, или же Скоробей, скинул мне карту с модом Create, и также он использовал мод Supplementaries. Это мод, который добавляет всякие декоративные вещи, такие как, например, вот эти вот таблички с направлениями и так далее. Поэтому что ж, я не знаю, что это будет за карта. Подписчик мне прислал скриншоты. Он не прислал их, и я все-таки решил скачать его карту, потому что я ему поверил. Он написал: карта с модом Create и Supplementary, я думаю, точно будет круто. Поэтому лобби выглядит забавно. Я надеюсь, вам понравится видос, вы поддержите его и подписчика лайком вверх. Это было бы очень здорово, нам бы было всем приятно. И рандомный комментос: Кейн великий. Круто. А что за дырка у тебя внизу головы? Надеюсь, вам понравится видос и так далее и тому подобное. Рандомный комментарий залетает от AtomBot Games Official, который пишет: Кейн помнит старые времена. А, ну да. Эх, те самые времена, когда я был молодым, у меня еще не было моей седой бороды, не было сколиоза, склероза и так далее. Неважно. Что ж, давайте приступать. Правило 4, только если очень нужно играть в режиме выживания. Есть. Карта использует моды Create и Supplementaries. Есть, есть, есть. Теперь проходи карту. Все понятно, все ясно. На этих блоках ставь спаун. Ясненько. Вперед. А победи стол и твоего старого друга. Кто мой старый друг? Первый уровень. О боже мой, о боже, о боже мой. Погодите, мне нужно прописать game rule do command, command block output false, чтобы не прописывались команды. И давайте-ка посмотрим, что это за такая... Куда-то я не туда пошел, сорян. Так, дайте-ка звук потише сделать, слишком громко у меня катается эта вагонетка. Я понял, что нужно сделать. Нужно запрыгнуть на деревягу. Из деревяги потом туда, правильно ведь? Хоп, shift. И теперь, давай. Вау, это что сейчас... Стоп, я ее остановил. Упс, 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 сори, сори, сори. Так, одну секунду, ребята, одну секунду. Нужно запрыгнуть на нее, и теперь... Ага, теперь спаунпоинт. Окей, хорошо, спасибо за спаунпоинт прямо здесь. Можем немножко расслабиться. Вы можете видеть прикольные декорации с помощью мода Supplementaries. Ребят, я всегда говорю то, что я обожаю карты с модом Create, но... Не обязательно делать карты с модом Create. Знаете, что я больше всего уважаю? Это креативность и оригинальность. Так что можете использовать любые другие моды. Вы мне просто присылайте саму карту и говорите: эта карта с таким-то модом, вот ссылка на скачивание. И скачай этот мод там-то. Или просто название, я его сам найду. А вот когда мне подписчик сделал карту с модом Security Craft и Portal Gun, это было тоже супер оригинально и круто. Так что имейте в виду, я обожаю все ваши карты. И чем оригинальнее, тем круче. Поэтому пойди... Туда, это типа куда? Туда, куда, сюда? Куда? Вот сюда, типа. Окей, хорошо. Значит, возвращаемся в этом направлении. Что мы видим? Стреляй из пушки на магму, чтобы пройти теперь туда. Пушка. Брат Кейна Клей. Не использовать. Окей, спасибо. Так, куда еще раз стрелять? Стреляй из пушки на магму. А, я понял. Смотри, что произойдет. Бум, 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 бум. Yes, вот это я понимаю. Вот это круто. Так, теперь мы идем наверняка вот сюда. И вот сюда. Фух, мы прошли первый уровень, это было круто. Ты нас не победишь. А ты кто такой? Это же TNT Eater. По лицу получил, перестань кидать TNT. Второй уровень. Второй уровень, что мы видим? Запутанная башня. Запутанная башня, запутанная башня. Я уже запутался. Но походу нам куда-то наверх, раз уж это башня. Давайте думать, как это пройти. Слушайте, а башня-то реально запутанная. Реально, реально непонятно, что я тут делаю. Но вроде бы мы разберемся. Я же разберусь, правильно, друзья? Я же в итоге разберусь. Да, вот сюда. Yes. О, парень, здорово. Что там делаешь? Теперь повыше... Повыше, найди кнопку. Смесь различных уровней. Опять он здесь? Что здесь написано? Кнопка наверху. Где наверху? Это подсказка или что это такое? Это кнопка? Не она. Найди кнопку. А, это разные типы прохода в это испытание. Найди кнопку, говорите. О! Это было изи. Окей, 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 я не против. Хорошо, хорошо. Изи, 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 изи. Идем дальше, друзья. Следующий уровень опять какая-то запутанная башня. Что нам нужно сделать? Вот сюда, например, забраться. Ага, лестница теперь от нас пытается уехать, но не тут-то был... Погодите, это... У меня есть идея. Вот сейчас. Окей, не сработала идея, попробуем еще раз. Вот сейчас. Вау, окей, вау. Что-то не очень хорошо получается, друзья. Как я должен не запрыгнуть? Shift? Нет. Погодите, нужно успеть зажать Shift прямо на лестнице, чтобы за нее схватиться. Вот так, Shift. У меня есть идея. Мы делаем Shift.
я не понимаю, как это пройти. Окей, еще раз. Сейчас пройдем. Давай. Shift. И теперь. Окей, у меня есть идея, как мы это пройдем. What? Это че? Окей, хорошо. Давайте просто не будем задавать лишних вопросов. Вау! Это че? Это не надо меня сталкивать, это что происходит? А, начало паркура. Блин, какой прикольный мод с этими прикольными, например, с хворишниками, часы кукушки и так далее. Короче, прикольно то, что есть такие прикольные, милые декорации, которые реально подходят к моду Create, так сказать, сочетаются. Поэтому давайте посмотрим, что у нас тут. Окей, значит, вот сюда. Ай-яй-яй, паника, друзья. Ну, вроде бы я жив, вроде бы все хорошо, вроде бы я жив, я цел, здоров, орел. Ага, погодите. А, нам туда все-таки надо. Ясно, понял. Спампоинт, синий блок, мы поняли. А, выдвигалка и задвигалка. Ясненько. Я все правильно сделал? Стоп, она долго будет выдвигать. А, все. Окей, хорошо. Что мы видим здесь? Я выбрался на следующий этаж. И мы видим, что мы видим. Какие-то, слушайте, декорации просто сумасшедшие на этой карте. Мне очень нравится, очень оригинально все сделано. Так, а что мы... А, вижу. Последнее сражение. Финальный босс, окей. Спампоинт ставим, ну-ка, кто ты такой? Погоди, это будет мой стол. Нажми. Встань, нажми. Погодите, нажми куда? Куда нажать? Погодите. Если не смог запружиниться, то иди сюда. Стоп. А, я понял, мне нужно нажать... Я все понял. Только можно еще раз попробовать? Можно, конечно же. Окей, еще разочек. Вот сюда. Yes. Так, где мое финальное сражение? Прикольные частицы. Что это такие? Светлячки какие-то интересные. А ты кто такое? А ты что такое? Ты что тут двигаешься? Так, что мы делаем? Опять же, нужно куда-то наверх, да? Лифт. О, как? Как, простите? What? Так подними-то до конца-то меня. О, спасибо. Это что, мне стол своей ножкой махает? Мега-стол, друзья. Ну все, приехали. Погодите, что-то есть еще здесь? Вроде бы нет. Мега-стол, говорите. А что мне надо? Стоп. Стол, остановись, не двигайся. Что мы делаем? Что мне нужно сделать? Погодите, друзья, я пытаюсь понять. Это вся карта? А, одну секунду, нам нужно забраться в стол как-то, да? Сейчас придумаем. Я думаю, нам все-таки вот сюда. Теперь эта штука выдвину. А, вот оно как. А это еще что такое? Паркур. Что там написано? А, спасательный командный блок. Неужели? Бум. Кейн. Туда, куда туда? Сюда? Спасибо, что прошел мою карту. Вот тебе шоколадно-медовый мир. Мир? А, я думаю... А, о, слушайте, это реально шоколадно-медовый мир. А теперь возьми железо и положи его на конвейер. Беги за ним. Окей. Бум. Бегу с максимальной скоростью, друзья. Окей, это будет долго. Давайте посмотрим, куда... Что здесь будет происходить? Крути. Окей, сейчас покрутим. Погодите. Тут что-то должно произойти. Но давайте подождем, пока все-таки это железо едет. Я не хочу ничего ломать. Что у нас здесь написано? Сломанный стол. Окей. Очень оригинально. Это аплодисменты автору. Блин, какие же шикарные карты. Какие шикарные подписчики у меня. Вы вообще слышали про подписчиков Кейна? О, что происходит? А, я превратил его в этот, в лист железа, или как он там назывался в Крейте. Короче, друзья, вы просто, ребят, совсем офигевшие крутые подписчики. Вы делаете супер-мега-карты. Крути, говорите. Ну ладно, давайте покрутим. О, найс. Покрутил. Я так понимаю, это просто финальная комната, где я могу поприкалываться, поразвлекаться с модом Create. Кручу. Тоже крути, да. Крутим. Бум. Крутим. Нет, уже не крутим. Окей, дробилку мы поняли, как работает. Это что такое? Крути. Что мы здесь делаем? Ага. Поставили блок. И что, мы тыкаем в блок теперь рукой. Окей. А, еще одна лампа. Блин, друзья, это, я так понимаю, это все, да? Точно, мы вроде бы все прошли. Это было здорово, это было очень-очень здорово. Это было очень лампово, очень круто, несложно, красиво, замечательно, здорово, круто, найс, просто здорово. Сколько раз я сказал здорово, но потому что это реально было здорово. Спасибо тебе большое, подписчик, это было реально очень круто. Поэтому самое время показать, так сказать, отдать должное этой карте и взорвать ее, как мы обычно это и любим делать. Я думаю, аж вот до сюда сделаем.
TNT, бум. И теперь мы сделаем Flint and Steel, бум. Следующим образом делаем бум. О, уже взрыв пошел, тихо. Успокойтесь, все под контролем. Ребят, ну что я могу сказать? Это было просто шикарно. Я остался под крутыми впечатлениями, поэтому надеюсь, вам тоже очень понравилось. И вы обязательно поддержите этот видос Лукасом вверх. Таким образом, вы также поддержите автора. Вашим Лукасом вам не сложно, мне, автору, и всем будет приятно. Поэтому с вами был Кейн, подписывайтесь на канал, оставляйте комментосы, жмите колокольцы. Всем пока.